зайчик ми-ми-ми, не хочу твоей любви, считаю раз, два, три. Ничего не говори, послушай ми-ми-ми, не хочу твоей любви, лучше сидя у окна. Приветик! Заходите, заходите, разувайтесь, снимайте верхнюю одежду. Я тут с дочкой своей, Шерл. Всем привет, вы на канале Милана Стар. И сегодня вас ждет просто, ну, мне кажется, лучший ролик на этом канале. Так как мы переехали, я сегодня расскажу о всех подробностях. Наш новый 4-этажный дом. Поэтому давайте присаживайтесь поудобнее, заваривайте кофейку-чайку. Не знаю, что вы любите, с печеньками главное. И мы вместе с Шерл проведем первый рум-тур в этом доме! Так, начнем по порядку. Тут у нас очень красивая дверка. Наверняка вы заметили, как я эффектно появилась. Тут такая кнопочка. Вот. Я вас не вижу, вы меня не видите. А так, я вас вижу, вы меня видите. Особенно ночью прикольная эта тема. Здесь у нас пуфик, где можно надеть обувь, курточки и так далее. Это мамин шкаф. Здесь у нас большой шкаф, тут хранится одежда по сезонам, а там уже дальше, на первом этаже, такой мини-гардероб, где хранится верхняя одежда, ну, не по сезону. Сейчас холодно, зима, такие пуховики. А там, может быть, не знаю, жилеточки какие-нибудь тепленькие или еще какая-то одежда. Это моя часть, та мамина. Вроде бы здесь все показала. А, это цветок. Его мама купила, мне кажется, даже старше меня, как только она приехала в Москву. Еще у нее в комнате вроде бы такой же есть. Ему около 10 лет, может, даже больше, поэтому такой старенький цветочек. Шерил, он старше тебя, ну, во много раз. Я не буду заниматься сейчас математикой. Смотрите, какая. Так, тут у нас туалет для гостей, а точнее для Шерил. Если что, мы любим очень сильно вместе ходить в туалет. Вот. Стоп. Давайте оставим ее наедине. Тут у нас дети мои питаются, а здесь у нас уже кухня, большой обеденный стол, шкаф и мама. И мама напекла блинчики, и вы можете попить какао. С тебя завтра оладушки. А это мне какао? Ой, какая ты красивая. Вот, ребята, вам какао и мне какао. Спасибо. Тут у нас кухня большая. Меня не надо в кадре. Все, мама не будет в кадре. Здесь удобные стульчики. Удобный стол, на котором Шерил очень любит лежать. И это большой красивый шкаф, где много чего хранится. Какие-то вот фоточки красивые, цветочки. А это дедушкино место. Как-то раз я хотела, что ли, на мамином день рождения сесть сюда. Дедушка мне запретил. Это вот только дедушкино место. Бу-бу-бу-бум. Тут у нас кухня, как я рассказала. Посудомойка, холодильник. Также тут много-много всяких ящиков. И какао. Так, какое вам? Это или это? Окей, я тогда это себе возьму. Пейте, пока горячее. Я вам говорила, то, что это Шерина любимое место, но мы понимаем то, что это очень плохо. Но она у нас чистюля, линяет не сильно. Я не могу. Вот ее вот смотрите, какую пузо, смотрите. И моя, пузико моя, пузико моя любимая, пузико моя, моя просто. А, у нас же сегодня обзор на дом, поэтому давайте обзор на кошку. Ушки треугольничком, самые милые лапки в вашей жизни с острыми коготочками. Красивая мордашка, под хвостом все чисто, я проверила. И такой мягкий животик, да? Такая моя кошка. И у нее порода рэгдолл, что в переводе, насколько я знаю, это тряпичная кукла. Вот смотрите, оп, и смотрите, оп, и она лежит, типа я могу, оп, и взять вот так, ничего не будет. Обычно кошки сразу убегают, но вот моя Шерил, она вот может все это перетерпеть. Ладно, поехали дальше. Так, ребята, и сейчас просто самое мягкое место этого дома. Самый большой диван в моей жизни. Мне кажется, здесь можно спать аж пятером. Угу. Все столы в нашем доме она забирает себе. Я люблю окна в пол и двери в пол.
И здесь у нас задний двор, с веранда, красиво. Дедушка с бабушкой выгуливают здесь собак по очень важным причинам. Но вы не думайте, что бабушка с дедушкой живут с нами. Они только тут пока что, так как мы строим им еще больше дом, очень красивый, где у меня, кстати, будет комната. Вот, поэтому ждите рум-тур в скором времени и оттуда. Надеюсь, в скором. Здесь камин, ему надо настроиться, видите, тут уже появляется огонь. И чтобы вы понимали, это просто пар, это типа не настоящий огонь. Я могу даже сюда руку засунуть, и мне горячо не будет. Так что так, тут у нас лестница на второй этаж, и за камином у нас красивая гардеробная, про нее говорила в начале ролика, потому что тут у нас верхняя одежда не по сезону. Так, я думаю, с первым этажом мы закончили. Шерил, ты тут остаешься или с нами идешь? Шерил мне сказала, что очень устала, поэтому мы пойдем без нее. Тут такая красивая подсветка на лестнице, такие вот красивые штучки. Мне очень нравится лестница, очень нравится этот дом. Ла-ла-ла-ла-ла! Ребята, так, сейчас самая интересная моя комната, возможно, вы видели в Инстаграме или в лайке. Кстати, тут вот, вы можете видеть. И можете подписываться на мой Инстаграм лайк. Вот, моя комната. Это просто, ну, святая святых. Я здесь все время играю в компьютерные игры, я здесь учусь, а также я здесь сплю. Это просто самое важное. Поэтому давайте переоденемся в пижамку, сделаем переходик. Раз, два, три, пум! Опа! Вот, теперь точно можно заходить в мою комнату, да? Муа. Вуаля, моя прекраснейшая комната. Мама, это круто, мама, это круто. Мама, это круто. С мягкой кроваткой и с красивым дизайном. Мне безумно она нравится. А, кстати, о кроватке. Сейчас вам расскажу. Вы наверняка, точнее, 100% знаете город один, Санкт-Петербург. Он известен своей красотой, своей архитектурой. И есть там один очень крутой магазин детской мебели. Да-да, ребята, я знаю, о чем говорю. Просто посмотрите на мою шикарную, красивую кроватку. Нам с мамой было, ну, безумно сложно выбрать, так как у бренда Ириска от Ирины Бузаковой, ну, просто гигантский выбор, как и для мальчиков, так и для девочек. Поэтому вот сейчас я каждый день сплю на этой модной розовой кроватке. Посмотрите, какое качество роскошной ткани. Каждая деталь идеальна. Внимание, мои милусята! По промокоду Милана Стар, который вы можете сейчас увидеть тут на экране, скидка 5% до конца 2022 года. Муа. Так, о кроватке мы вернемся, ведь еще в нас ждет очень много чего интересненького. Кстати, с кроваткой связано тоже. Поэтому пойдемте в мое самое любимое место, где я люблю смотреть ТикТок и лайк. Я как-то вот лягу и могу так, ну не знаю, часа два. И вот этот вот скрип. Тут у меня картиночки с моей очень старой фотосессии. Ну, посмотрите, такие. Могу я перед зеркалом часами воситься? Кто узнал, из какой песни эта строчка? Пишите в комментарии, буду лайкать. Здесь, как вы поняли, мой туалетный столик с красивым большим зеркальцем. Такой вот лампочкой. Бум-бум-бум-бум-бум. Это Миська. Все прекрасно знают Миську. Предлагаю сейчас вернуться к кроватке и расскажу вам еще кое-что очень интересное об этом замечательном предмете. Так, слушаем очень внимательно. Ребята, милусята, а сейчас о самом-самом важном. Всю жизнь я жила в муках, в боли и страдании. Я спала на диване. Не просто диване, а на твердом диване-кровати. Это просто было невыносимо. Я просыпалась с ужасным настроением. И все время, когда я приходила в комнату к маме, она, кстати, пользуется матрасом от Blue Sleep, и вот, я там просто так хорошо высыпалась. Я чувствовала себя принцессой, королевой, богиней, которая спит на облачке. У меня не болела спина, у меня не болела голова. Я чувствую себя бодрым, счастливым человеком. И сейчас мы переехали, и у нас во всех комнатах теперь есть матрас от Blue Sleep, и сейчас я вам его покажу.
фокус-мокус. Он сейчас из такого маленького комочка, у меня кошка это больше, превратится в гигантский матрас. Сейчас он супер-мега-тоненький, но когда я сниму всю эту пленку, то он будет становиться все больше, больше и больше. Ребята, я для вас разнюхала еще одну очень классную новость. В коробке от детского матраса вы можете найти трафареты игрушек, которые вы можете вырезать, собрать, разукрасить и играться ими. Как раз я скоро этим займусь. А теперь смертельный номер. И раз, два, поехали! Прошел мою проверку матрасов от главной Сони страны. Если вы хотите такой же матрас, как у меня, сами знаете, где ссылочка в описании. А я спать. Очередной шкаф в нашем доме. Здесь у меня много-много вещей. На самом деле очень мало. Ну ладно. Вот, если что, у меня есть на канале видео. Тут вот у вас подсказочка где-то появится, где я перевоплощаюсь в My Little Pony из подручных материалов. Поэтому обязательно посмотрите. А это просто мое любимое место. Это у нас компьютер и стол. Компьютерный столь. Я здесь учусь, я здесь играю, и мне кажется, в этой комнате я, если не считать туалета, провожу большую часть своей жизни и своего времени. Тут вот все очень красивенько, детальки. Кнопка за 100 тысяч подписчиков и кнопка за 1 миллион подписчиков. Кнопка от Ютуба. Поэтому давайте подписываемся, чтобы у нас было 10 миллионов. И еще одна кнопка бриллиантовая стояла. Было бы неплохо. А тут у меня балкончик. У тебя чувства, а он маски пудрит, пудрит. Нас ждет ванная комната. Здесь шикарнейшее зеркальце. Также здесь моя личная ванная, в которой я могу проводить целый день. Я обычно мою голову за 3 часа. Тут все на свете, чем я умываюсь. Щеточка. Почему-то 2 щетки. Я не знаю. Давайте просто возьмем и выкинем эту щетку. Так. Так. Все, я думаю, то, что на этом уже все с моей комнатой. А также нас ждет крыша дома. И еще мамина комната. Переоденемся. Раз, два, три. Уп! Все, ребята, я как всегда такая красотка в красивом образе. И это мамина комната. Она безумно большая, безумно красивая. Прям безумно такая крутая. И типа это мамина комната. Мамина комната. Не комнаты. Хотя в этой одной комнате аж 3 комнаты. Так что предлагаю оставить эту замечательную ру на конец этого ролика и пойти дальше. Пойдемте. Всем привет! Мы на 3-м этаже. Вы думали, я скажу, мы на канале Милан Стар? А нет. Вот, он еще у нас не доделан, ремонт еще не до конца достроен. Но я уже прям вот очень хотела вам все показать. Поэтому покажу. У нас есть только пока тоже очень большой диван. Мне кажется, что он даже больше, чем на 1-м этаже. А вот 3-й этаж придает такую изюминку. И здесь я занимаюсь вокалом. Вот, здесь, короче, у нас планируется караоке. Будет вот уже шар для дискотек. Тут такой мини-подиум. И будет караоке. Так, ладно, давайте продолжим. Мини-музыкальная пауза подошла к концу. И мне кажется, продолжается, потому что именно здесь я занимаюсь вокалом. Кто не знает, я закончила уже музыкальную школу. Я проучилась 5 классов. Ну, не 7, а 5, потому что я бы не сдержалась. Это место, где я пою. Ла-ла-ла. Пе
5 лет в музыкальной школе. Тут у нас барончик, Васенька. Бася, привет. Ой, иди сладкий. Помаши всем лапой. Всем привет. Иди. Да, здесь у нас комната для гостей, здесь у нас ванная, точнее душевая. Вот, и поднимаемся сейчас на 4-й этаж. Let's go. Ты что, в этих 2 комнатах пока что тоже не закончен ремонт, поэтому, наверное, вы можете увидеть картиночки какие-нибудь. Ну, сейчас я вам ничего не покажу. Тут у нас, ребята, 4-й этаж, он тоже еще не до конца готов. Ну, как сказать, не до конца. Ну, чуть-чуть еще не готов. Пойдемте на крышу, там точно красиво. На крыше у нас тоже еще ничего не готово. Но вот тут вот вы можете вот этот вот беспорядок заменить на красивую картиночку. Так все будет, я надеюсь. Вот, а тут у нас крыша. Вот вы, наверное, можете посмотреть джакузи. Поэтому смотрите обязательно этот ролик до конца, ведь мы выйдем прямо на крышу, на 4-й этаж. Ну, это как бы не очень много, но очень круто. Я хочу сказать, что там, но пока не скажу. Поэтому пойдемте уже вниз. Ребята, милуся, это вы так долго ждали. И настал этот момент. Так, давайте тише. Потому что я боюсь, что меня мама заметит. Она вроде бы на 1-м этаже. Смотрите, ребята. Ты мой необычный котик, я и мелкая. Прошу, не говори, что я ломала каши. Да. Ой, смотрите, я тут в центре с мамой. Довольно-таки старая фотография. Здесь зеркала везде. Это ее гардеробная. Тут вот вещи, шкафчики. А тут еще очень красивая ее комната. Я обожаю эту кроватку. А тут еще, смотрите, сейчас для вида открою. Милусик, вообще-то сюда нельзя. Что? Давай-давай. Мы не снимаем маленькую комнату. Почему? Это моя личная комната, моя личная пространство. Ну, я твоя личная дочка. Ты же знаешь, как тут. А, ребята, извините. Сюда не. Вы сами все слышали. Ладно, пойдемте на крышу. Милусята, пока мы поднимались, аж стемнело на улице. Пойдем на крышу. Так, проходите вперед. Та-та-та-та! Мы вышли, и дождь пошел. Мы вышли, и сразу пошел ливень. Ну ладно, пойдемте. Влог никто не отменял. Точнее, рум-тур. Здесь у нас джакузи. А, это, наверное, град. Вот здесь у нас джакузи. Мы летом пригласим много-много-много друзей, людей. Будет джакузи. И здесь будут шезлонги. Какой-то столик красивый. Смотрите, тут такая прям идеальная зона поснимать видосики. Просто посмотрите на этот вид. Короче, мне безумно нравится. Я жду не дождусь лета. Там будет летняя кухня. И все. Давайте уже прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые свежие ролики. И всем-всем пока!